Итак, всем привет, меня Никита. Ну что ж, сегодня мы снова продолжим проходить Wolfenstein. Ну что ж, давайте же продолжим. Так, ну что же, мы тут остановились. Где-то. В доме. Так, сейчас проверю запись. Запись идет хорошо. Все, я готов. Так, ну и что же. Что тут у нас было? Никто не заслуживает такой смерти. Так ладно, ну и что же, погнали. Ты меня не видел. Ты не видишь меня. Ну зачем ты меня спалил? Ну ё-моё. Хорошо ведь жили. Так, ну и все. Вот у меня вот сейчас больше тут и ничего вот и нету. Ладно. Побежали тогда вот убивать. Так, нет, для начала возьмем этот автомат. Иди сюда. Хорошо, так. Кто тут еще вместо, блядь? Откуда, где? Ясно. Так, отходим, отходим. Так, этого мы прибьем прямо сюда. Иди сюда. Изи. Так, все, установим хп до 20. Так. Где тут еще? Так, вот вижу патроны. Так, тут есть еще что-нибудь? Да, есть. Аптечка есть, это хорошо очень. Ух, как началась серия. Нажмите мягкий знак, чтобы открыть карту. Цель — найти Аню. Ясно. Так, ну и я как понимаю, мы тут больше ничего вот и не найдем. Надеюсь. Хотя нет, я так не надеюсь, а я вот, ну вот, хочу здесь что-нибудь еще, ну вот еще найти. Опа, вижу нож. Хобби руки нож, серьезно? Ура, драка. Ладно. А возьмем-ка мы, ну вот, давайте автомат. Сколько тут этих трупов? Капец. Так, ладно. Тут есть что-нибудь? Наверное, нету. Так, ну ладно, хватит, ну, вот так вот осматривать, а то вот, ну вот, мне так уже сказали в прошлом, ну, в запросах, видосах, типа, хватит, ну вот так вот медленно, ну, все осматривать, осматривать все быстро. Хорошо. Тут мы были, это хорошо. Знакомое ей место. Ничего себе воспоминания. Так вот, открыли замок. Так, и тут есть какое-то вот улучшение брони. Улучшение брони. Мне вот, знаете, вот еще одну в КВЗ степени вот напоминает этот.
Как там вот? Хоррор. Так, а куда нам сейчас? Так, не понимаю немножко. А нам, наверное, на лестницу сейчас, ну вот сейчас идти. Так, вижу двухствольный дробовик. Его можно, в принципе, сейчас взять в руки. Вот он. Так, ну и все, по сути. Погнали. Так, все, мы вроде бы уже здесь. Да, мы здесь, это хорошо. Так, ладно, я тоже хочу, ну, вот с этих, с автоматов пострелять. Ну и где вы? Да ё-моё, хватит перезаряжаться. Серьезно, хочу вот ударить, а он вот перезаряжается, да перезаряжается. Так, тут есть еще патроны? Вот, вижу. Так, перезарядимся лучше. А вот и выход. И как его вот открыть? Так, парадный вход какой-то. Так, все, дверка открылась. Так, добраться до Ани. А также тут вроде бы по мне сейчас стреляют. Так, отходим, отходим. Перезаряжаемся. Заколебали вот эти ваши нацисты. Лезут тут не в свое дело, да и все. И не дают пожить нормально. Здорово. Иди сюда. Кто еще? А где еще? Здорово, пацан. Ты тоже сюда беги. О май. Hello. А вот вот эта вещь меня вот пугает немножко. Беспилотник. Так, стоп, что делать? Добраться до Ани, ну я тут. Допустим. А, вот. Или нет, стоп. Я хочу всего лишь разобраться, что сейчас делать. А ты меня заколебал. Эй, иди сюда. Что это? А, ё-моё. Дроны летучие. Серьезно, ё-моё.
Ох, я не понимаю их уже, что здесь происходит. Ё-моё, ё-моё, я ж тут помню, что тут приезжала эта машинка. Ё-моё, отходим, отходим. Так, задача выполнена. Помочь Ане. Побежали, ещё поможем. Аня, я вытащу тебя. Хорошо, поехали. Это ваша конечность. Жумнежем? Будешь вальчить? Кем есть? Я Вильям Джей Ласкович. Рейнджер, армия. USA, USA. I'm sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive? Where to? Wherever. Родители? Или что? Кто там? It's 1960. 1960? Yes. Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military.
I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. Серьезно, нацисты правят миром. Everywhere. What about the U.S.? USA, they, what's the word? Поддача. Surrender. They surrender? Because of you. Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no. More resistance. Everyone is captured. If they leave, the Nazis have them. And who can say where they keep them? Coordinator working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. Так, а где тут защита от брызг? Так, и что сейчас делать? Заставить киллера, ну вот, говорить. Так это понятно. А, стоять. Здорово. Fair when dealing with people like you. Do you realize who I am? It would serve you well if you stop what you are doing. Du bist ein gottverdammter Herrenanstaltsinsasse! Так, хотел меня сейчас убить, дядя. Не получилось. Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? Нормально так. So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, prison. But you'll never make it there. There are checkpoints everywhere. Looking for you, looking for you. Looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! Ну, готовы, готовы. Если ж пристойный хоп, пани Баскович, не так и пристойный, как я, але нежле, нежле. Пильну ей. Розуміємо ще? Або я чи знайде і зроблю ті кшифти.
Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. No, pognali. We ask for your mercy, Lord, as we make to journey across dark waters. Grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Ihre Papiere. And safe passage. Miss Hungry Wolves. Alarm! Take my hand. The road is not safe. You but... kill the Nazis. Here, I stay with Carl. If somebody... We wait for you here. Kill everyone. Okay, рубим всех. You Nazis messing with my friends. We haul precious cargo. We have a train to catch. Go on! Shoot the Nazis! А где они? Так, ну ладно, побежали вперед. Так, так, обнаружен сигнал. Только где? Так, ну я как понимаю, я подхожу к нацисту первому. Так, возьмем броник. Ну и здесь вроде бы, а вот еще есть пистолет. Опа, электрогранаты, серьезно. Так, ну вот улучшение я видел это. Так, ладно. Давайте возьмем. На какую кнопку прикрепить? Сейчас гляну. Так, нажмите С. А, стоп. Оп. Ну, короче, да, сейчас будем ходить с этим глушителем. Нужно всех убить этот незаметно. Так, хорошо, берем. Так, давай. Все, открываем дверь. Ну и где, где? Так, одного вот убили бесшумно. Не успел, дядя, не успел. Опа, вот пулеметик. Так, в кого тут постреляем? Ай, господи, а опять вы дроны. Так, а как работает электрогранаты? А нормально так. Так, ну ясно, значит, время расстрела. Идите сюда. Все. Все сюда.
Ты тоже сюда. Ты тоже сюда. Ну и я тут что-то опять тупым превратился. Серьезно, что я делаю? Я не понимаю, как в это вот играть. Я не вижу никого. Так, ну и мы вот здесь опять заспавнились. Побежали по-быстрому. Вот, помню, там был пепл, фашист. Но мы войдем в домик. Давайте войдем по фасту. Так, что у нас было? Вот это было, вот это было, вот это было. Хорошо. Берем сразу пикль. Беспальность. Да я просто сама беспальность. Иди сюда. Все. Я просто беспальный. Я просто случайно бросил гранату. Это же гениально, докажите. Ладно. И что еще будем делать? Так, а вот к нам тут уже, ну, пришли эти вот штуки беспилотные. Ладно, значит, возьмем как по классике. Так, откуда там стреляют еще? Мне непонятно немножко. Да откуда в меня стреляли? А, там сзади... Серьезно, там сзади стоял чувак. Я его не видел. Серьезно, вот я вообще разучился их играть уже. Сейчас ведь, наверное, ну вот опять там же заспавнимся. Что-то я слишком долго прохожу, наверное. Наверное, я, ну, вот в этот момент можно было пройти за несколько секунд. Но нет же, мне нужно закосячить немножко. Так, иди сюда. Стоп, откуда он подал тревогу? Где он стоял? Алло. Ну, здорово, штука. Отстань, 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 отстань. Я просто не заметил эту собаку опять. Ну не, опять я ее вообще не видел. Да уж, слишком я беспально тут играю. То ли вот нужно вот как-то вот потише, то ли вот нужно вот как-то вот погромче.
стелсом особо так не сыграешь. Здорово. Ты где? Да ё-моё, да шо так всё тут трудно опять? Бегите сюда просто, да и всё. Ё-моё. Ухожу, ухожу, ухожу. Ясно. Опа, кого-то аптечка. Я заметил это. Так, ко мне тут зайдут или нет? Да ё-моё, опять в меня стреляют. А что, 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 где, где? Я не готов был. Эх, иди сюда. Ах, опять меня прибили. Господи. Ну капец, я в шутеры сейчас вот играю. Это на... Ну вот это ненормально, кстати. Так, откроем двери сразу, возьмем еще броню. Возьмем гранаты, возьмем этот пикль сразу. Так, тут есть лестница наверх. Так, ну не стоять, она нам сейчас не поможет. А потом вот еще спрашиваю, и откуда вот они вот вызвали это вот подкрепление? И все, и по мне тут сразу начали стрелять, это нормально. Так, и я без патрона еще. Если где-нибудь взять боеприпасы? Да, нет. Да я не могу попасть по этой штуке, она тут слишком шустрая. Иди сюда. Наконец-то я ее вырубил.
Ну и Стив умеет стрелять. Только с гранат получается. Ловите гранату. Точнее, гранаты. Да с чего мне стрелять? Я без патронов. Да, я что-то вообще вот туплюсь сегодня. И я не могу понять, что тут делать. Офицеров бесправильно я тут убить не смогу. А как тогда? Они вот меня тут как-то вот находят сразу. То есть вот сюда вот иду сразу. И вот, можно, в принципе, прибить этого офицера. Все, все, отходим. Ну и меня сейчас найдут, наверное. А нет, не нашли. Только вот нужно будет вычислить, где сейчас офицер этот находится еще. А то я его хрен сейчас найду. Вот вот там где-то ходит этот офицер, но я его не вижу. Давайте зачистим солдат. Да вы что, издеваетесь опять? А, в смысле, а как тебя прибить? Отстань. Да в смысле, вы не даете мне... Мне шансов вообще вы не даете, алло. Вы что, издеваетесь? Я вообще... Я сижу без патрона. Вы в любой момент можете поменять сложность игры. Да нет, спасибо, я постараюсь справиться. Хотя бы на средний, ну ё-моё. Но тут придется ну, вот этим стелсом всех убивать. Хотя, знаете, хотя я предлагаю все так же вот пойти. Вот, возьмем, стырим пулемет по-тихому. Ну и где наш офицер? Что за... Здорово. Какая атака? А никого тут нету. Теперь. Ну как никого, кроме меня. Так, я тут кого-то видел. Еще минус один. Ну что ж, обратно в машинку. Серьезно, это все? Вы че? Издеваетесь? Это я так мог пройти запросто. Ладно, побежали. Не, вы че, так издеваетесь? Это было так просто? Серьезно?
Это нужно было просто реально всех стелсом убить. Задача выполнена. Ну что, где? Где, откуда? Сверху? А вот где? Сюда иди. Это я тут только так резать умею. Нет, не только я так умею резать. Сначала я соберу патроны, а потом вы будете по мне стрелять. Вы согласны? Так, открываться с другой стороны, ясно. Так. Так, здорово. Короче, я как понял, в этих ящиках реально есть бонус. И ведь я вот чисто случайно заметил эту вещь и все. Так, стоп, а куда нам сейчас? Поднять платформу КПК. Ясно. Так, а в этих ящиках что-нибудь есть? Видимо, нету. Ну ладно, погнали сейчас по-тихому зайдем сюда. Да и, в принципе, опустим. Какого хрена? Сюда идите. А теперь я-то могу вот определить, откуда вы стреляете. Так, только я без патронов. Что-то я тут лоханулся и немножко взорвал, ну, гранату. Так, наверное, возьмем один автомат. Да и все. В каком-то там смысле здесь, ну вот, даже нету смысла вот двух автоматов. Это только, ну вот, если в мясорубке. Так, ни ящиков, ничего.
Ну что, заметил меня? Теперь давайте стреляться. Я сюда лучше побегу. О, господи. А, блин, там и стоял этот офицер. Нужно было его прибить. Только где он стоял, я не понимаю этого. Вот, надеюсь, меня сейчас не запустит с самого начала. Где мы, типа, выходили с машины. Где это мы? Ау. Вроде бы нас заспаунило нормально. Только я не знаю, где это мы сейчас. А, вот, да, я вспомнил. Так, надеваем глушитель. Выглядываем офицера. А где он, офицер? Господи, говнюк. Вот зачем стрелял, вот непонятно. Тебе придется вот отрываться. Знаете, вот я вот хочу жить, но не понимаю, ну, как. Так, ну ясно, в ящиках часто попадаются полезные предметы. Ну, это я понял. Это я запомнил. Это я вот узнал недавно. Я его прибил, да, нет? Да, наверное. Мне нужны твои предметы. Так, а вот и наш офицер. А то я думаю, где он был. Что вы мне сделаете? А, вот что. Удачи. Ну, я тоже тут. Так, откуда там еще? Ага. Еще там сверху где-то. Все, изи. Вроде бы всех убил. Так, еще есть где-то. Где еще? Вижу. Все. Да, все. Ой, я чуть не стрельнул в человека. Так, стоп. А где поднять лифт? Это что? Так, это броня какая-то.
Стоп, вы что ли Red Leaves, да? А, вот, нам сейчас сюда нажать. Вот, поднять платформу КПК. Покинуть башню. Беги сюда. Вот зря я забываю собирать патроны. Ибо здесь с патронами небольшие проблемы. Так. Броню возьмем. Еще броню. Так, блин, вот я вот привык открывать ящики, ну, типа, взяв нож. Но ведь можно просто сделать вот так. Все, в принципе, патроны есть. Так, этот ящик открыть нельзя. Ну и все, в принципе, валим. Да, все, сваливать уже можно. Открыть двери. Ну и все, к машине. Ура, можно ехать. Убей фрицев, мы тут подождем. Как ясно, опять бесшумная операция. Да в смысле, тревога, я ж его... убил, хотя да, он начал стрелять. Поэтому это, в принципе, логично. Где, где, кто, 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 кто? Ага, ясно. Я сваливаю. Где этот офицер? Где-то здесь, да? Только где-то. Да они тут прямо спавнятся, алло. Беги сюда. Где-то... где-то офицер, 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 где-то. А вот и ты. На, все. Ох, как обезврежен. А вы знаете, а ведь стало реально вот интереснее вот, вот так вот проходить. С офицерами. С офицерами это веселее. Сюда бегите. Да, вот, молодцы. Стоп, стоп, откуда, откуда? Все, мы зачистите. Что ж, вам всем в ад. Здорово. Так, возьмем тут патроны. Тут аптечку. И тут патроны, нормально. Так, все, а теперь нам вернуться к машине, да? А хотя нет, пособирать еще патроны. Ну и все, вот, наверное, эта серия затянулась. Так, ну вот, по карте нам сейчас к машине вернуться. Так, ладно, сейчас, подождите. Тут нужно пособирать патроны, а также броню. Вот собак этих.
собачьих. Хим, знаете, все, вот сейчас вот начинается реально вот игра. Ах, а не то, что было. Хотя вначале, ну вот, тоже было вот интересно. Все, мы тут. Поехали. Здорово. Вы чё, прикалываетесь? Давай с тобой сражаться. Ой, господи, что тут за взрывы? Сюда иди. Все, вот робот вроде бы взорвался. Но тут второй еще. А что делать со вторым? Я не... Вот знаете, вот я вот не представляю, что делать со вторым. Так, может, патроны возьмем? А нет, вот, ведь тут есть этот пулемет. Ну давай с тобой постреляем. Все. Вырубили этого бота. Ну, то есть, есть робота, и все. Так, лезьте, опоздаем же. Сейчас, дамочка, у меня тут вообще-то важные дела. Я собираю броню. Нормально все. Да хорошо, сейчас, все. Я полезаю. Так, нацистов позачищали. Нормально. Так, ну и мы сейчас в поезде, нормально. Спокойно был спорить. Ты тут свой. Так, ну и вот робот. Так, вернуться в вагон. Так, ладно, хотя знаете, давайте, ну вот, на этом моменте закончим. Сколько там? Ничего себе, мы час записываем. Нормально. Ну, короче, закончим на вот этом интересном моменте, где мы попали в поезд. Ну что же, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Никита. Всем удачи, всем пока.